В России предлагают запретить деятельность цирков с участием животных. Такой законопроект уже внесли на рассмотрение в Госдуму. Давайте узнаем, что же думают об этом жители Улан-Удэ. А как вы считаете, вот животные в цирке – это хорошо? Это классно, весело или все-таки это издевательство над животными? Ну, маленько это неприятный момент, конечно, я так думаю. Что животным, наверное, это тоже некомфортно. Но опять-таки, если, например, посмотреть собачек, да, как будто это хорошее, веселое, и собачкам не так это некомфортно. А вот когда, например, вот эти большие животные, особенно морские, мне кажется, вот им тяжело. Ну, потому что интересно с животными. Без животных уже не так будет. Конечно, конечно. У меня младшая сестренка занимается как раз-таки. Она гуттаперчевая девочка. А, ничего себе. А животные в цирке как вам, нравятся? Дело относительное. С одной стороны, это нехорошо, но если там особый уход подобранный, то все хорошо. Вы в цирк любите ходить? Нет. В цирке не любите? Нет. А почему? Просто. А животные в цирке вам нравятся? Нет, мне их жалко. В детстве я как-то, конечно, любила в цирк ходить, а сейчас просто много информации о том, что животных мучают, поэтому я как-то уже перестала. Ну и с возрастом интерес пропал просто. А вы в цирк ходите? К сожалению, нет. Времени нету, занят. В принципе, ничего плохого, потому что ну там же каскадеры, например, акробаты. Тоже интересно смотреть и без животных в том числе. Хотят сейчас вообще убрать животных из цирка. Как вам такая идея? Не очень. Почему? Ну, люди испокон веков всегда вместе как-то были. А сейчас как без животных? А кто будет уступать-то? Люди. Цирк уехал, клоуны остались. Нет, ни разу не ходил. Вообще ни разу? Прям совсем? Даже в детстве? Не, не ходил. Сходите. Хорошо, схожу потом. Обещаете? Да. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется. Все понятно, будем знать. А вы были в детстве в цирке? Да, был. А животные вам там нравятся? Смотря какие. Ну, какие видели? Каких видели? Кошек, собачек. А там львы, тигры, медведи. Мне не нравится то, что их заставляют быть там насильно. А классический цирк с животными любите? Нет. Почему? Животных жалко. Сейчас хотят полностью убрать животных из цирка. Поддерживаете вот такой? Да. Почему? Во-первых, над животными издеваются. Жалко. Ну, в принципе, там эта дрессировка там бывает очень жестокой.